Друзья, я Дов. Всем здрасте. Сегодня у меня 40 модель Samsung Galaxy. Менять будем дисплейный модуль. Пошел, взял у нас на складе, последний остался. Оригинальный девайс. Вот. Единственное, здесь он без наклеек. Здесь должны быть наклейки, которые заклеивают термопасту. Вот. И здесь тоже камеру. Наклеечка должна стоять на микрофонах. Вот их нету, потому что кто-то вернул этот дисплей, не знаю. То ли клиент не заплатил, то ли еще что-то. Вот. Но тем не менее, девайс оригинальный. Цена его, как я уже сказал, 70 евро. Дороговато. Ну, оригиналы они все так стоят. Есть значительно, да, значительно дороже. Сам телефон со сломанным дисплеем у меня на сепараторе. Дабы не терять время, я немножко позже начал. Это уже вижу 90 градусов. Уже, я думаю, можно снять крышку. 90 градусов. Давайте попробуем оторвать крышку. Новая линейка Samsung Galaxy. В общем, даже ничего. А 40, 70, 50. Мне очень нравится. Качество неплохое. Дизайн отличный. Такие обтекаемые формы. Цвета очень прикольные. Так, ну тут, я думаю, нового мы ничего не увидим, я надеюсь. Кстати, сразу замечу, крышка у нас пластиковая. Он как гнется. Вот сейчас не знаю, что там с отпечатком, где шлейф, главное не оторвать его. Один, может, два раза разбирал эту модель, честно говоря, не помню, что там где. Приносили мокрые. Кстати, серию линейку А очень часто приносят после воды. Они, по-моему, не защищены от влаги никак. Поэтому люди специально, не знаю, или по незнанию мочат. А, ну здесь у нас просто крышка. Я смотрю, да, нет никакого шлейфа. Он находится под антенным модулем. Вот так вот снимаем ее. Двойной скотч остался у нас нормальным. Вот он. Приблизим немного. Отстегиваем крышку. Тут вот стрелка. Непонятно, откуда она отстегивается. Друзья, если работаете железным инструментом, то если умеете, точнее, работать с железным инструментом, то очень важно, чтобы ничего не коротнули. Элементарно, вот я сейчас отстегивал разъем отпечатка пальца. То есть отстегивайте так, чтобы не попасть на сам разъем. Это касается всего, любого разъема, любой детали. Мне часто пишут в комментариях, почему у меня металлический инструмент, потому что я привык. Если вы не умеете работать металлом, то берите пластиковые инструменты, отмычки, их сейчас очень много. Вот, к примеру, очень удобная. Ну, и там много всяких в интернет-магазине. Снимаем винты. Аккуратно. Не трогаем линзы камеры основной. Не надо оставлять отпечатки. Даже вытирать ее нежелательно, не то что отпечатки оставлять. Потому что следы все равно остаются.
одинаковые все, стандартные самсунговские. Так, далее, полагаю, нам нужно снять вот эту рамку. Так, здесь слота нету у нас, мне клиент прислал без слота сим-карты и карты памяти, поэтому если он у вас есть, то, конечно, снимите его. Здесь уже работаем пластиком, чтобы не оставлять следы. Хотя можно и металлическим аккуратно снять. Так, тут у нас все на клипсах. Ура. Ой, я бенен 10 минут. 10 минут посмотрелся. Вали. Так, пришел клиент ко мне. Ну, здесь все просто, переносим все на новый модуль дисплейный. Стегиваем батарею. Коаксиал. Основной шлейф. Снимаем черный винт, который держит системную плату. Он у нас один. Один. Снимаем системку. Нижний модуль то же самое, на одном винте черном. Коаксиал. Энкай Робадор. Вот на двустороннем скотче сняли его. Type-C разъем. Под компаундом. Обычный. Так, батарея. Не вижу способов увеличения. Ну, попробуем так сначала. Если сильно усердствовать не надо, если сильно приклеено, то тогда нагреем. Да, не будем гнуть ее. Попробую снять пластиком, очень удобно, изопропиловый спирт. Раньше я этого не делал, но потом попробовал и очень даже эффективно снимается, без нагрева. Вот. Половину уже сняли. Еще раз. Сам не люблю всякие жидкости, всегда нагревал, что вы можете видеть из моих прошлых роликов. Вот, ну тут как бы с изопропилом очень удобно, не надо терять время на нагрев, не надо деформировать батарею. Она, как видите, нормально соединяется. Вот и все. Причем снимаются все батареи, также на Huawei, на Redmi, на китайцах, короче, на все. Ну, видите, практически не деформировали. Минимальная возможность повредить батарею таким способом. Так что советую, кто так еще не делает. Вот, как видите, как новое. Так, смотрим сейчас, что переносить будем. Так, здесь у нас все на месте. Вибромоторчик сейчас перекинем. Ну, так, в принципе, все есть. Динамик.
и динамик. Динамик очень аккуратно, дабы не отслоить его. Жалко скальпель. Было бы, конечно, неплохо поднагреть. Извлекаем динамик, ставим на место. Так, резинка стоит у нас на оригинале. На старом тоже оставим, пригодится. Ставим нижний модуль. Скрепляем винтом. Так, далее ставим системку. Здесь у нас то же самое. Где у нас был винт? По-моему, здесь. Давайте сразу включим, проверим. Так, включение у нас, я так полагаю, вот здесь. Индикатор появился. На 14% можно включить. Включаем. Включаем. Dime. Arregla inmuebles? Sí. iPhones? Sí. Vale, bueno, tengo un programa en este. Cuando lo, bueno, lo compré de segunda mano. Lo como que me dejó de la señal, no sé, y entonces no sé qué me dijeron de placa. Bueno, no lo he llevado a ningún sitio, sino uno me dijo de placa base, no sé qué rollo. Vale, pues de ahí cogió y a la semana, porque tampoco lo utilizaba, lo tenía ahí, me, se me apagó y no se me enciende. ¿Ya no se enciende? No. No. Sí, pero la cosa es si ¿cuánto me costaría si lo arreglaras? De momento no sé. Tendré que mirar qué hay sobre el resto de mí, que hay entre el pago y tantos días. ¿Y tantos días? Bueno, dos días. Voy a ir preguntando, ¿vale? Si me de esto ya me paso. Gracias. Так. Включили телефон. Качественный дисплей, чувствительный, красочный, яркий, очень прикольный. Понятно, требует
код. Итак, соединяем коаксиальный кабель. Аккуратно. Системка у нас сейчас под напряжением, поэтому лучше ее отключить, если не уверены для безопасности. Все, просто защелкнули, закрутили. Все готово. Короче, вообще простая замена, как видите, тут любой может поменять у себя дома, если у него такой аппарат сломался, заказать дисплей и сам собственноручно заменить данный дисплейный модуль. Как видите, особых навыков не требуется. Так, ну что, где тут это самое? Нанесем тонкий слой, посадим на клей, строго по скотчу. Все, господа, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Постараюсь в скором выкладывать ролики с системными платами. Очень много мне пишут. Вот, у меня их очень много. Ну, не роликов, а работ с системками. 7, 8, 10 айфоны уже. Вот. Все это не делается, потому что очень много работы сейчас и времени практически нет записывать ролики, разве что такие простые. Тут, то есть здесь ничего не надо, просто камеру включил и писал. А там нужно делать монтаж, нужно делать, короче, просто тупо нет времени. Поэтому скоро будем выкладывать, чуть-чуть освободиться от ремонта. Всем спасибо, друзья, еще раз подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем удачи в ремонте, на связи.